Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программы о том, как быть учеником Иисуса. Мы уже говорили о том, что вся суть ученичества в том, чтобы любить Господа. Ученичество начинается с Евангелия. Евангелие — это послание о Божьей удивительной любви к нам. Библия говорит, что мы любим Его, потому что Он прежде полюбил нас. Итак, все начинается с того, что мы принимаем эту любовь. Нам нужно иметь откровение о Божьей любви к нам через Иисуса. И когда эта любовь захватит наше сердце, мы начнем любить Его. Вся жизнь ученика Иисуса это выражение нашей любви к Господу. Если мы отсоединим любовь от ученичества, то оно превратится в религию в простое соблюдение правил. Так оно теряет свою радость и весь свой восторг. Но Бог не призывает нас лишь к законническому соблюдению правил. Он призывает нас к любовным отношениям, в которых мы выполняем Его повеление из любви к Нему. Иисус сказал, «Если любите Меня, «Соблюдите мои заповеди». Это должно быть выражением нашей любви к Нему. Эти любовные отношения начинаются с Евангелия. Евангелие переводится как «хорошая новость». Это хорошая новость о Божьей любви. Мы также рассказываем и плохую новость о грехе и суде. Людям нужно знать, что они грешники, и они отчаянно нуждаются в спасении, потому что грядет суд. И когда они поймут плохую новость, то будут готовы принять и хорошую новость новость, только тогда послание о Божьей любви будет иметь смысл. Как только они поймут, в каком они положении, как ужасен их грех, и что их ждет суд, то, услышав хорошую новость о том, что Иисус забрал их грехи на крест и понес за них их наказание, он смог это сделать только потому, что он Бог. Тогда их сердца обратятся, и они начнут влюбляться в Иисуса, когда Иисус любит их лично. Цель Евангелия — завоевать сердца людей через любовь. Как я уже говорил, мы не должны умалчивать о грехе и суде, но при этом не забывать, что суть послания — это Божия любовь к нам. Это похоже на мужчину, который хочет завоевать сердце женщины. Как он это делает? Он открывает свое сердце и заявляет о своей любви. Он заявляет о своей любви словами и показывает ее своими делами. Может, он покупает ей какие-то украшения, то есть он демонстрирует свою любовь. Если у нее какие-то проблемы, то он приходит ей на помощь. Он всячески демонстрирует свою любовь, спасая ее из различных ситуаций или давая ей что-то ценное. Таким образом, он завоевывает ее сердце. Когда она видит, как она важна для него и на что он готов ради нее, ее сердце обращается к нему. Ее сердце ⁇ это самое ценное для него. Это именно то, чего он желает. Ее любовь принесет ему огромную радость. В послании к Евреям 12 главе 2 стихе сказано, что ради предстоящей ему радости Иисус перенес позор. Его интересовало только ваше сердце и ваша любовь. Итак. Евангелие — это послание о Божьей любви, а цель Евангелия — завоевать ваше сердце любовью Христа. А когда вы рассказываете Евангелие, Христос говорит через вас. Когда вы провозглашаете Божью любовь, сам Дух Божий говорит через вас, рассказывая о любви Бога к людям. А когда мужчина завоевывает сердце женщины, он не только говорит о своей любви, но и ожидает от нее ответа. Он говорит, «Я готов отдать тебе все, но я хочу, чтобы ты отдала мне все». И он ждет ее ответа, ее любви и ее принятия. То же самое Иисус делает через Евангелие. Ему нужно наше сердце. Он говорит «дай мне свое сердце, приди ко мне и отдай мне всего себя, прими мою любовь и полностью доверься мне, прими меня как своего Господа». Евангелие должно ввести нас в любовные отношения с Богом. Это очень личное. Когда вы рассказываете кому-то Евангелие, то вас ждут разные реакции, потому что это очень личное, а вы касаетесь их сердец. Да, вы информируете их разум, но вы еще и касаетесь их сердцем. Как сказал Иисус в Книге Откровения, 3 главе 20 стихе, се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мной. Видите? Насколько это личное дело? Пригласите его, откройте ему свое сердце и позвольте ему войти, сделав его своим Господом и Спасителем. Итак, цель Евангелия ⁇ это вернуть сердце к Богу, повернуть его к Творцу. Мы уже говорили об истории из Евангелия от Марка 14 главы. Пришла женщина. Салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного. И, разбив сосуд, возлила ему на голову, и дом наполнился благоуханием. Ее критиковали за это, потому что это было чрезмерно, чрезмерные траты, говорили они. Только представьте, она вылила масло на несколько тысяч долларов. Это была невероятная, экстравагантная любовь к Иисусу. Она отдала Иисусу все. Именно такой реакции ждал Иисус. В девятом стихе он сказал, «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Иисус говорит, что именно такой реакции добивается Евангелие. Евангелие Божьей любви нацелено проникать в сердца настолько, чтобы обращать эти сердца к Нему, дабы мы отдавали Ему наше поклонение и нашу любовь. Мы должны отдать Ему наше сердце полностью, без остатка. И вот к какому результату стремится Евангелие в наших сердцах и жизнях. И как только наши сердца обращены, мы готовы переходить к ученичеству. Великое поручение состоит из двух частей. В Евангелии от Марка, 16 главе, сказано «Проповедуйте Евангелие всякому творению». А когда сердце уже обращено к Богу через Евангелие, то следующий шаг — это ученичество. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Учите или делайте учениками все народы, крестя их и уча их соблюдать все, что я повелел вам». Итак, как только сердце обращено к Богу через Евангелие, мы начинаем изучать Слово Божие и узнаем, что Ему угождает, и как нам следует при этом жить. Это жизнь ученика, но все в ней проистекает из любви и из желания угождать Ему и прославлять Его. Мы хотим быть такими, как Он, потому что мы любим Его, без любви обращение сердца лишено всякого смысла. Ну а сегодня я хотел бы поговорить о любви Христа. Я хочу рассказать вам это Евангелие. Чтобы понять эту любовь, нам нужно вернуться в прошлое еще до сотворения мира. Еще до сотворения мира у Бога было множество вариантов Вселенной. Он всезнающий, Поэтому он знал, какими будут все эти возможные миры. Он понимал, что нет смысла создавать мир, в котором он все контролирует. То есть мир, в котором у нас свободы выбора, как у робота. Он хотел создать существ, которые могли бы любить его и любить добровольно. Иначе это не имеет никакого смысла. Он хотел создать существ, которые будут его семьей, его сыновьями и дочерями, и которые сами решили любить его. Он хотел, чтобы они делали это по своей воле. Именно такую семью он хотел людей, которые сами полюбили его. Также благодаря тому, что он всезнающий, ну, такова его природа. Он наперед знал, какие именно существа со свободой выбора будут существовать. Обратите внимание, что он не лишил нас свободной воли, но при этом суверенно выбрал именно тех людей, которых хотел. Я не знаю почему, но он их выбрал. А потом он решил создать именно ту вселенную, в которой существовали те люди, которые будут любить его и отдадут ему свои сердца. А вот что мы имеем в виду под избранием. То, что сейчас живете именно вы, и что вы отдали свое сердце Иисусу, означает, что вы один из избранных. Бог избрал вас. Не вы начали этот процесс, Бог начал его еще в вечности. Он выбрал вас. Он хотел именно вас, потому что он полюбил вас. Поэтому он и создал эту вселенную, именно эту, чтобы в ней были вы. Вот насколько вы особенно для него. Иными словами, ваше рождение было маловероятным. А что если бы кто-то из ваших предков так и не встретился со своим мужем или женой, или же если бы они не занялись любовью в тот день, когда вы были зачаты? То есть ваше рождение было весьма маловероятным. Бог избрал именно эту Вселенную, чтобы появились вы. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 15 главе 16 стихе ⁇ Не вы избрали меня, а я избрал вас ⁇ Иисус избрал вас чтобы вы принадлежали Ему. Также второе послание к Фессалоникицам, вторая глава, 13 стих, говорит нам следующее. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, вечности, через освящение Духа и веру истине. Это указывает на вашу свободную волю. «Избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Как видите, тут есть три этапа. Он избрал вас из вечного прошлого. А потом Он призвал вас через Евангелие, рассказав о своей любви. А потом, в вечном будущем, вы будете прославлены Иисусом. Мы все будем прославлены Иисусом. Его любовь означает, что Он желает прославить вас и сделать вас невероятно счастливыми. Он желает, чтобы вы были славными. Это вся его любовь от вечного прошлого до вечного будущего. Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «Так как он избрал нас в нем прежде создания мира». Как же это прекрасно! Он выбрал нас не в общем, а конкретно. Он избрал каждого из нас лично, чтобы мы принадлежали Ему. Вот насколько вы особенны. Бог ценит вас, Бог избрал вас, и это означает, что Он возлюбил вас. Это так, когда мужчина выбирает женщину, это означает, что Он решил отдать ей свою любовь. Он мог бы не выбирать вас, но выбрал, Он избрал вас, чтобы вы родились и получили спасение. И мы видим это во Второзаконии, 7 главе, 7 стихе. И начнем, пожалуй, даже с 6. Тут речь идет об Израиле, но мы можем применить это и к себе, конечно. «Ибо ты, народ, святой у Господа, Бога твоего». Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех Народов, которые на земле, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. Обратите внимание, что избрать означает принять и полюбить. Бог полюбил вас еще в вечности и создал ту Вселенную, в которой будете именно вы. Вы не случайны. Иеремия 1 глава, 5 стих. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Еще одно слово, обозначающее избрание, — это познание. То есть, Бог познал вас еще до сотворения мира. Он познал вас и полюбил вас. И познав вас, Он решил иметь отношения с вами. То есть, Он познал вас заранее. Прежде, нежели Я образовал тебя в очереве, я познал тебя, и прежде нежели Ты вышел из утробы, Я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Как видите, здесь выбор Бога также назван познанием. Далее, Иеремия 31 глава, 3 стих. Тут сказано, любовью вечную я возлюбил тебя. Это означает, что Бог полюбил нас еще в вечности и потому простер к себе благоволение. А вот что такое Евангелие. Бог призывает нас к себе через Евангелие, через свое благоволение. Он рассказывает нам о своей любви. А еще первое послание Петра, первая глава, второй стих, говорит, что избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа принадлежит это самое Евангелие. Иными словами, это избрание произошло по предвидению. Бог выбрал познать вас, поэтому Он избрал вас, поэтому Он создал именно эту вселенную, чтобы родились именно вы. Одно из величайших заявлений о любви Бога к нам находится в послании к римлянам. Давайте мы прочитаем из восьмой главы, Знаменитый 28 стих. «Притом знаем, что избранным, любящим Бога, призванным по Его изволению, все, то есть все в этой вселенной, созданной специально для вас, содействует ко благу». То есть речь идет о верующих, о тех, кто любит Бога. А еще здесь сказано, что Бог призвал вас. И в результате этого призвания вы полюбили Бога. А еще вы призваны для Его цели. И эту цель мы увидим в следующих стихах. 29 стих. Теперь Павел описывает действие Божьей любви. Вначале Он предузнал нас вечности. Он выбрал нас, потому что мы особенные, ибо кого он предузнал, то есть избрал. Это первое. Тем он и предопределил быть подобными образу сына своего. Это второе. Дабы он был первородным между многими братьями. Вот в чем его цель. Он желает сделать вас такими же, как Иисус. А что означает слово предопределение? Оно относится к верующим, к избранным. Что же оно означает? Давайте вернемся к тому мужчине, который влюблен в женщину. Он строит планы и у него есть мечта. Его главная цель ⁇ заключить с ней союз. И он планирует процесс, как все это произойдет, какие поступки он будет делать, как он будет рассказывать ей о своей любви. Может, ему даже придется пойти на какие-то жертвы ради этой любви. Может, ему придется объехать весь мир, чтобы сделать это? Он готов на все ради своей мечты. Поэтому он готовится и планирует, как будет рассказывать ей о своей любви. А потом он планирует то, как эти отношения будут развиваться, как они поженятся и будут вместе вечны. Итак, Бог предопределил вас для Своей славы. Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. Он запланировал это, а потом и исполнил этот план через Иисуса. Иисус прожил совершенную жизнь — умер на кресте, воскрес из мертвых. Иисус сделал все возможное, чтобы донести до вас эту любовь. А потом Он излил на нас Духа Святого. Затем Он позвал нас к себе с помощью Евангелия. И когда мы принимаем Его и Его Дух, Он делает нас все больше похожими на Иисуса. Однажды Иисус вернется, и этот процесс будет завершен. Все это было запланировано еще в вечности, потому что Бог сильно любит нас. А вот почему Бог все это запланировал. Ну а далее сказано, «А кого Он предопределил, тех и призвал». Это следующий этап. То есть Он не только полюбил нас в вечности, но потом полюбил нас через Христа и Его смерть на кресте. А теперь Он проявляет любовь к вам в том, что посылает к вам кого-то с Евангелием. Это третье проявление Его любви. Он избрал вас, полюбив вас в вечности. Он полюбил вас через смерть Иисуса на кресте за вас. Затем Он полюбил вас, послав к вам кого-то с проповедью Евангелия. Затем Он призвал вас. Это было действенное призвание, потому что вы один из избранных. Он зовет вас, но у вас есть свобода выбора. Вы сами решаете, принимать его или нет. Это Божья благодать. Он полюбил вас, призвав вас к себе через Евангелие. Через чьи-то слова или какой-то текст вы услышали Иисуса который говорил вашему сердцу о своей любви. Далее сказано, о кого он призвал, тех и оправдал. Когда вы ответили на этот призыв и приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, Он продемонстрировал свою любовь. Четвертым способом Он оправдал вас, то есть ввел вас в правильные отношения с Богом. Вы были прощены и объявлены праведными, а это означает, что теперь вы имеете право на все благословения. Слово оправдал, также означает, что теперь вы имеете право на все наследство. Теперь вы во Христе, и все благословения теперь ваши. Дух Святой вошел в вас и обитает в вас. Вы стали праведностью Божией во Христе. Теперь вы искуплены и получили множество преимуществ. Вы искуплены. А еще вы стали новым творением во Христе Иисусе и Детем Бога. Все это произошло мгновенно. Как только вы приняли Иисуса, вы были оправданы, и теперь все, о чем написано во Христе, принадлежит вам. Все это произошло в момент вашего спасения. Вы воскресли со Христом. Аллилуйя. И в конце сказано, «А кого оправдал, тех и прославил». Итак, как только вы приняли Иисуса как Спасителя, вы получили Духа Святого, но это еще не все. Далее идет ваше освящение. А последний этап — это прославление. И сейчас мы на пути к этому. Дух Святой, который сейчас вас, освящает вас, делая вас более похожими на Иисуса. Это означает, что сейчас внутри вас действует слава Божия, изменяя вас. И чем вы ближе к Богу, тем больше Его славы вы получаете. А когда вернется Иисус, вы будете прославлены, и ваш союз со Христом будет совершенным. Дух Божий охватит вас полностью, это пятое проявление Божьей любви. Итак, Евангелие — это провозглашение Божьей любви. Бог избрал вас вечностью. Потом Христос умер за вас и воскрес ради вас. Он заплатил цену за вас. А потом Он позвал вас к себе, и это было не случайным. Бог тянется к вам. А потом, когда вы отвечаете Ему, вы обручаетесь с Ним вы оправданы. Теперь вы во Христе, и в Его любви Он каждый день изменяет вас, все больше захватывая ваше сердце. Однажды Он полностью захватит вас, когда вы воскреснете и будете прославлены. Эти стихи в послании к римлянам, восьмой главе, говорят о Божьей любви, это хорошо видно по дальнейшим словам. Я хочу зачитать их вам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Вот это Божья любовь, вот как Он любит вас кто будет обвинять избранных Божьих? Бог любит вас и он будет сражаться за вас. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер но и воскрес, он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Он молится за вас прямо сейчас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Видите, Он любил вас в вечности и любил на кресте. Он полюбил вас и призвал. Он полюбил вас и оправдал. Теперь вы больше, чем победители. Ничто не может помешать этой любви по отношению к вам. Ибо я уверен, что не смерть, не ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Здесь Павел описывает безграничную Божью любовь, то, как Он избрал вас и как Он собирается прославить вас. Он имеет прекрасные планы для вас на всю вечность. Это Евангелие Божьей любви. И, конечно же, это означает, что мы должны отдать Ему наши сердца. С этого и начинается наше ученичество. Наше служение проходит каждое воскресенье в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.